Приветище! Это Main Assembly, и мы продолжаем наши испытания. Сегодня у нас идет день третий, и испытание называется «До предела». Погнали! Как и в офисах, в спортзалах тоже есть наклонные скаты. А вы знали, что 83% роботов не выживают после первой встречи с баскетбольным мячом? Вдруг вам будет интересно. Что ж, пришло время напечатать нашего нового робота. В комментариях писали, что вот эта вот развалюха, она уже всех достала, и нужно ее нафиг удалить, переделать и сделать что-нибудь новенькое. Хорошо? Давай попробуем реализовать что-нибудь новенькое. Выбираем, значит, бота и начать стройку нового бота. Ну, например, вот такую вот конструкцию давай выберем. Создать. Теперь давай попробуем что-нибудь на нее нацепить. Хотя нет. Прежде чем цеплять на нашего робота какие-то предметы и элементы, давай попробуем изменить его материал. У нас есть легкие материалы, в них ходит аэропластик, алюминий. Легкие материалы нас не очень интересуют. Давай посмотрим, что в средних. В средних у нас укрепленный пластик, углеволокно, это уже неплохо, органическое стекло, пластик с нанесенной промышленной маркировкой. Тоже не очень интересно. И вот тяжелые материалы, это у нас сталь. Тяжелый прочный металл. Что ж, давай попробуем сделать нашего робота из прочного стального металла. Все это перекрашиваем, точнее заменяем. Теперь у нас робот будет очень тяжелый. Мне даже интересно, сколько он будет весить. Все, все детали у нас переделаны. Теперь они металлические и очень тяжелые. Можно цеплять двигатели. Двигатели поставим средние, а может быть даже и большие, потому что робот у нас тяжелый. Но вначале начнем со средних. Вот такие вот двигатели с амортизацией. Дальше колеса. Ух ты, у нас другие размеры колес же появились. XL. Ух ты, какие здоровые. Не, ну это слишком будет для нашей машины. А XXL это что? Ядрен батон. Вот это размерчик. Слушай, даже в экран не вмещается. Вот это монстр трак у нас. Давай все-таки выберем малые колеса. И присоединим их сюда. Хотя нет, давай малые гоночные лучше поставим. А так-то лучше. Что у нас далее идет? Тяга. Тягу обязательно. Поставим ее по бокам. Нитро всегда нужно. И еще вот здесь поставим. Шикарно. Просто турботачка будет. Заниженная. Очень проходимая. По каркасу. Ну, я не знаю, нужен ли тут каркас. Хотя нам нужно защитить нашего робота. Поэтому да. Каркас нам нужен. Нам нужна кабина. Блин, но он получается как отдельный кусок будет. Нет, так неинтересно. Значит, будем вытягивать то, что у нас есть из этой формы. Давай-ка мы вначале возьмем стержень. Экструдируем его. Вот так. Потом этот стержень мы немножечко вот так вот приподнимем. О, зашибись. Снизу нам тоже нужно защититься. Ну как? Вроде бы должен быть пуленепробиваемый бронебойный танк. И очень тяжелый. Осталось только материалы некоторые сделать металлическими. Хотя вроде бы они тоже металлические. Вроде бы все. А вот сверху были не металлические, и вот здесь вот тоже. Черный, крутой джипарик. И прочие инструменты, в них ходит бампер. Обязательная штука. Обязательно нацепим сзади. Можно как-то эту штуку уменьшить, интересно. Бампер, я имею в виду. Походу нет, поэтому ставим так. И, конечно же, нужно поставить спереди. Блин, а чтобы поставить его спереди, нужно немножечко нос вынести. То есть вот таким вот макаром. Знаешь, теперь похоже на машину, которую я рисовал обычно в своей тетрадке в детстве, когда не умел еще рисовать тачки. Вот. Как-то так. Это все получилось. Вроде бы должно быть все огонь. Я думаю, что бампер нужно еще на лобаш налепить. Вот таким вот макаром. И теперь наш лобаш не пробьют. Ну что ж, печатаем наш драндулет. О, красота. Единственный минус то, что башка нашего дрона все-таки торчит. Не подрасчитал я высоту. Ну не страшно. Вроде бы все, как мы хотели, так и распечаталось. Я думаю, что можно начинать гнать. Вначале мы пройдем контрольной точкой. Врубаем нитро и несемся. Несемся со скоростью света.
Аккуратно все проходим. О, мечи летели прямо на нас. Причем их огромное количество было. Пока что они промахиваются. Теперь сюда, кажется, их. Ой-ой-ой-ой. Назад сдаем и заезжаем. О-о-о! Нормально так прилетело. Нитро, нитро! Слушай, ну на самом деле металл нас спасает. Очень сильно. Тихо, не разбивайте мою тачку, мне нужно ее перевернуть. Ну спокойствие, спокойствие. Надо так пулять. Блин. Сдаем назад. Чтобы взять разгончик. Ага, хорошо. Задний бампер нам уже разнесли. Черт подери. Тачка уже ломается и... Кажется, она плохо едет. Оу, здесь выше баллы стоят. Это не очень хорошо. Мы потеряли колесо? Нет, вроде бы колесо на месте. Есть шанс заехать повторно на платформу эту. И собрать контрольные точки. Нифига себе, ты видел? Манекен снесли баскетбольным мячом. Ну и хорошо. Нам же лучше будет. Меньше забот с этим манекеном. Черт, у нас левое колесо заднее повредилось. О май гад. Доедем ли мы? Здесь надо проехать на нитро. Черт. Спокойствие, спокойствие, тихо, спокуха. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Врубаем сейчас нитро. Не успели. Интересная штука, это вышибало. Мне кажется, нужно перестроить наш робот. Попробуем заново. Погнали. Соберем последнюю контрольную точку. А что, если мы заедем с другой стороны? Как ты на это смотришь? Вот, например, оп, ой, вот это плохо. Надо заново напечататься. Кстати, я что-то не вижу отображения контрольных точек. Неужели мы провалили задание? Я хочу заехать здесь. Где контрольные точки? Ребзи. А это что? Хот-дог. Я подобрал хот-дог. И меня знатненько так скинули. Едем дальше. Блин, да не может быть, что я профукал с контрольными точками все. Вы что, серьезно? Короче, произошел какой-то сбой. Пришлось перезапустить раунд. И сейчас мы попробуем все сделать по красоте. Все четенько, быстренько, чтобы нас никто не задел. Единственное, мне все-таки придется как-то потом сбить манекены. Просто вот грамотно встать нужно будет. Давай-давай-давай, несемся. Ух, принесло. Ништяк, здесь нужно на скорости проехать. Есть. Тут заходим в поворот, ништяк. Кажется, все. Есть звездочка одна, шикарно. Есть. Сбили манекена, точнее его снесло этой платформой. Оу-оу-оу-оу, нас не надо сносить, спасибо. Теперь нам нужно сбить вот этот манекен при помощи баскетбольного мяча. Я постараюсь отъехать назад. И... Черт, давай, стреляй, мячик. Есть, снесли. Теперь заезжаем наверх, на трибуны. Тут у нас спрятался один болельщик. Видимо, спрятался от баскетбольных мячей. И баскетбольный мяч его все-таки настиг. Замечательно. Меньше работы. Зря только заезжал. Последний типок, он был где-то у нас. В зоне печатания робота. Вот он. Сносим его. Хватит отдыхать. Be careful. Разворачиваемся. И что еще нам осталось сделать? Забей гол футбольным мячиком. Блин, но тачка наша, по-моему, не предназначена для того, чтобы катить этот мячик. Но мы сейчас попробуем это сделать. Потому что у нас... Аэродинамика мощная, и мячик будет сейчас закатываться нам на крышу, мне кажется. Хотя нет, мы его катим, спокойненько катим. Просто его пинаем. А сами едем по другой стороне. Берем нитро. Давай, мячик, катись. Сбоку его покатим. Черт, там... Эх, там склон. Ну, он, в принципе, не сильно помешал. Берем разгончик. Давай, 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 давай. И гол! Вот они наши красивые три звездочки. Забираем все звезды и паркуемся. Отлично. Что у нас дальше? Полоса препятствий, еще одна полоса. Это просто прямая линия, ничего сложного. Ну, давай посмотрим на эту прямую линию. Иногда лучше всего просто рвануть, сломя голову вперед. А там будь что будет. Зачем вообще нужен этот руль? И действительно, вот эта полоса. Вот это жесть. Хм. Интересно, нашего драндулета хватит на эту прямую линию или нет? Блин, еще нужно как-то манекенов коснуться. То есть нифига и ни шиша не по прямой надо будет ехать. Нужно будет заворачивать. Вот, например, вот тут вот за углом. Одного мы столкнули. Ух. Ну чё, погнали вначале по прямой. Врубаем нитро. Вот это скорость! Ё-моё, я полетел! Это было прикольно. О, кстати, манекен. Смотри. Я только не понял, что я подобрал. Какую вещичку. Какой предмет.
Нам нужно вернуться на... обратно. Спокойненько. Спокойненько, не кипишуем. Сейчас. Сейчас мы отсюда выезжаем. И едем к нашему манекенчику. Тут, кстати, контрольная точка, которую мы пролетели. Нужно ее собрать. То есть не зря мы вернулись. Теперь едем сюда. Я надеюсь, что я все контрольные точки собрал. Есть еще контрольная точка. Здесь какие-то маячки и манекен. Манекен сбит баскетбольным мячом. Это зашибись. Нам легче, нам проще. Еще один манекен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Переворачиваемся. Быстренько все это выполняем. Весь этот пируэт. Садимся. Ну давай, садись. Теперь. Ну спасибо. Спасибо. Баскетбольные мячи меня просто радуют. Я на самом деле ехал туда именно за манекеном. Подбираем контрольную точку. Там вон еще одна. И что, все? Так, 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 здесь. Есть! Две звезды. А что с третьей? Третья. Третья звезда. Соберите все сферы. Все сферы. Короче, не в сферах дело. Дело в том, что я должен проехать всю эту полосу на легком боте. Мне нужен бот весом в 60 килограмм. А поскольку я... бота сделал из металла, нужно будет все это переделать в легкий пластик. И тогда меня нафиг разнесет к чертям на этой полосе препятствий. Все переделаем в черный пластик. В белый пластик. То есть в легкий. Интересно, насколько я облегчусь? Пока что я этого не замечаю. Чтобы я облегчался. Да, что-то как-то это не сильно влияет на вес. Ладно, хорошо, уберем бампер. Вот бампер повлиял на вес. Это тоже убираем. Убираем, значит, наши турбоускорители. Что еще-то убрать? Блинский. Колеса поменьше, может быть. Давай колеса поменьше поставим. И двигатели тоже поменьше поставим. И вот теперь у нас вес. А нет, вес пока. Потому что у нас все снято. Ставим наши оси. И нацепляем легкие колеса. Нам нужны малые колеса, вот такие вот. Уже 76, нет, не подходит. Не подходит. Значит, убираем нос. Нам этот нос не нужен. Все это убираем, всю конструкцию сносим и переделываем. Пробуем повесить колеса, вот такие. 62 килограмма. 72 килограмма я добился, но этого маловато, нужно что-то еще сделать. Ладно, давай уберем крышу. 69, блин. Капец, я сейчас всю тачку разберу. .74,7. Придется убирать крышу. Боковые линии. Каркас тоже тут убираем. Черт, наш дрон будет вообще не защищен. Если ему что-нибудь прилетит в башке, это будет вообще фиаско. Но будем надеяться на лучшее. Черт. Давай эти тоже уберем. Капец, все убрать нужно будет. Ну, ёшки-матрёшки. И чё? Чё-то ещё убрать? 61,2. Ну, блин, давай ещё передок уберём. 60. 60,5. 60,4. Ещё чутка. Чё бы убрать? Уже всё, что можно, снял. Походу, придётся... придётся немножечко пожертвовать задней частью. Ох, не хотелось мне это, но ладно. Убираем ее, точнее, уменьшаем. И вроде бы все. Подберите звезду, и все будет хорошо. Ну что ж, поехали. Рискнем техническим здоровьем нашего бота. У нас нет ни ускорения, ничего. Нам нужно просто красиво проехаться. И не попасть под мяч. И под вышибал. Просто собрать звезду. Проехать манекены. Ой, кажется, я... А, черт! Забрал с собой маяк. Ладно, пока не страшно. Пока все идет по плану. Все хорошо, не паникуем. Подумаешь, маяк с собой хотели стырить. Ничего страшного. Со всеми бывает. Осталось только заехать наверх, развернуться и ехать в своем направлении. Что очень не круто. Блин, на самом деле у меня конструкция моего робота не очень хороша для такой поездки. Потому что я могу перевернуться. Все, робот развалился. Шикарно. Я думаю, что нам нужно просто сделать монолитный кусок блока. Вот. Есть у нас такой? Вот такой блок, короче, создаем. И сейчас из него слепим крутую точилу.
Вытягиваем. Вытягиваем передок. И теперь немножечко пошире делаем задок. И накидываем сюда колеса. Мне кажется, так будет проще. Погнали. Мы едем, едем, едем. А тут у нас вышибало. Торчит. О, какой неповоротливый у нас драндулет. Хотя нет, вроде норм. Можно ехать. Такими темпами мы должны доехать туда, куда нам нужно. И не развалиться вот здесь, вот как в прошлый раз. Надеюсь, у нас это получится. Фух, слава богу. На, разложились. Разложились как картон. Хорошо, попыточка номер два. Если бы не прилетел чертов баскетбольный мяч, все было бы хорошо. Все было бы хорошо. Объезжаем здесь грамотно. Может быть, просто на скорости... Что такое? Что произошло? Может быть, просто на скорости там заехать на эту платформу? Да блин, началось. Так, хорошо, все. Попробуем сейчас перекрасить обратно в металл. Материал тяжелый. Надеюсь, что это никак не утяжелит каркас. Потому что когда я обратно перекрашивал все в пластик, это никак не повлияло. Вроде бы все. Черный мустанг. Погнали. Как он бликует-то, а? Металл, конечно, круто. Мы, естественно, стали тяжелее. Нас сложнее перевернуть. А, блин, все равно, смотри, с металлом вес-то поднялся. А, черт. Ладно, возвращаем легкий материал. Хотя давай вместо аэропластика мы возьмем алюминий. Ну-ка, посмотрим. Да, алюминий подходит. Зашибись. Осталось просто забрать звезду. Надеюсь, у нас это получится. Ух, рулю, могу. Профессионал. Вот да что ты будешь делать-то, капец, зацепился за маяк. Есть шанс, что меня сейчас тут разнесут. Очень сильно разнесут. Пока все. Пока. Ладно, едем так. Не доехал. Хорошо, надо переделать конструкцию нашего драндулета. Ну что ж, с тем ботом возникли технические сложности. Мы переделали... О, вот это управление, слушай. Ладно, рискнем. Что-то не дорискнули мы немножечко. Да. С этим ботом тоже как-то проблематично. Нужно немножечко удлинить заднюю ось. А было бы неплохо, если бы мы ее, конечно, еще бы расширили. Значит, я думаю, что надо все-таки амортизаторы добавить. И колеса ставят так. Вес не изменился. И все равно с колесами какая-то беда. Сделал подвеску повыше. Попробуем теперь. Вот во что я врезаюсь? Я понять не могу, во что я тут врезаюсь. Почему я не могу здесь заехать? Так, мяч пролетел мимо, это здорово. Въезжаем. Пока все четенько. Фух, не развалились. Пока все классненько. Здесь уже нет никаких помех. На колеса! Здорово. Проезжаем здесь. Бездорожье. Там, я надеюсь, три звезды горит. Да, три звезды. Их нужно как-то четенько собрать. Две звезды. Возвращаемся назад. Тика. Только не забейте меня. Нет, не забейте меня. Ну, это... Последняя звезда. Фух. И на трех колесах. Надеюсь, на трех колесах. Я заезжаю парковаться. Уху-ху. Черт возьми. Открыт уровень, погрузчик. О, круто. Выходим отсюда и переходим на новый остров, который называется Норленд. Что там нам нужно сделать? А неизвестно, что там нужно сделать. Я только вижу, что там какой-то горный спуск. Очень, очень жесткий. И у нас куча уровней пооткрывалась. Ой, здесь, а вот, кстати, погрузчик, пожалуйста. Что нам тут нужно сделать? Погрузите ящики в контейнер. Сколько успеете перенести? Ну, я не знаю, надо попробовать. Но вначале мы все-таки сгоняем в Норленд и посмотрим, что там. Вау. Вау-вау-вау. А что тут даже тетенька ничего не говорит? Лейк. Фик-вик-вик-вик-вик-вен. Короче, это телепорт. Здорово. Это, похоже, песочница. Мы здесь сами можем творить, что захотим. Я правильно понял? Так, верните меня, пожалуйста, на... Вот, да, вот сюда я хотел. Ну, круто, конечно. Тут есть какая-то гонка. Видимо, сюда нужно подъехать и спуститься
А, вот они, контрольные точки. Короче, я понял. Нам нужно разогнаться и спуститься с горки. Вон оно что. Ого. А где нас будут печатать? Походу, здесь. Давай возьмем вот эту конструкцию и посмотрим, что тут нужно сделать. Погнали. Я готов. Ready. Прыжки в длину, что ли? Одну звездочку собрали. А, точно. Надо переделать. Короче, нужно больше мощи. Добавим больше мощи, 100%. Учитывая, что у нас очень большой крутящий момент, нам нужно сменить колеса на другие, пошире, чтобы было хорошее сцепление с дорогой. Возьмем крупные. Вот такие. Центр тяжести мы переместим в серединку. Ну и, конечно же, нам нужна тяга. Вот такие штуки нам пригодятся. Мы их поставим тоже посерединке. Единственное, их только нужно развернуть. Вот таким макаром. Почему-то они как-то внутрь туда ушли, но ничего. Дай попробуем. Все работает. Все классно едет. Ну что ж, понеслась. Нитро. А, не долетел. Не долетел. Так, хорошо. Если мы поставим тут другие колеса. Моторы у нас и так большие. А колеса мы поставим, ну, например, XL-евские. Такие здоровые. Вот так вот. Вот эта тачка. Посмотрим, насколько мы теперь шустры. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Есть! Есть шансы, есть шансы. Просто в этот раз я скривил. Попыточка номер два. Теперь нам нужно просто ровно спуститься. Как можно ровно. Так, 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 так. Чуть-чуть не долетели. Ножи, 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 ножи. А-а-а! Яй-яй-яй-яй. Ну ты видел зато, какой вертухан сделал и приземлился на колеса? Так, хорошо. Что насчет того, чтобы поставить сюда еще пару тяг? А именно на передок. Вот так вот их. Прям в рожу дрону. Погнали. Надеюсь. Все. Ой-ой-ой, скосил, скривил. Ну вот теперь-то мы точно долетим. Ну все, думаю, сейчас у нас все получится. Ставим ровно машину. Съезжаем с горочки. Погнали, набираем скорость. Врубаем нитро. Есть! Открыта деталь бота. Большой пропеллер. Ох, пропеллер, скоро летать будем. Фух, ништяк. Ну что могу сказать, мы собрали пока только всего одну звезду, а их тут три. Вот еще одна звезда. Сейчас прочитаем, что она дает. А я не могу прочитать? Почему я не могу прочитать, что это дает? Тут вот еще есть звезды, смотри, сколько их. Раз звезда, два звезда, три звезды, ё-моё. Тут контрольная точка. Давай попробуем эту контрольную точку взять. Перебраться туда. Сейчас перепрыгнем. Не вопрос. Спокойненько, спокойненько. Не кипишуем. Перепрыгнули. Опс. О, кстати, ништяк, я могу и так ездить, в принципе. В перевернутом состоянии. Забираем звездочку и едем дальше. Еще контрольная точка. Теперь нам нужно развернуться. А, нет, заехать вот сюда наверх. Забрали. Наверху. О, вот это серьезно. Походу, дальше нам нужен вертолет. Давай посмотрим, что там за пропеллер нам дали. Есть ли он уже тут? Вот он, пропеллер. Большой пропеллер. Чем больше размер мотора и пропеллера, тем больше вырабатывается мощность. Так, а куда нам ее зацепить можно? Можно куда-нибудь? А, я понял. Так, вот это все мы убираем. Это все мы убираем. Тяги тоже. Все шикарно.
Теперь ставим двигатель. Сюда двигатель и сюда двигатель. Втыкаем сюда пропеллеры. И по идее у нас должен получиться квадрик. Это, по-моему, слишком большие пропеллеры. Вот, маленькие пойдут. Ну-ка. Посмотрим. Ой, что-то отвалились пропеллеры. Что-то им не понравилось. А что они отвалились? Нужно сделать вот так. Теперь цепляем моторы. И сюда вентиляторы вот эти. И теперь все должно быть пучком. Ну вот, видишь? Испытание прошло успешно, но с кувырочками. Надо немножечко поменьше сделать. Давай вот этот мы уберем. А здесь мы также удлиним. Ставим винты. И теперь мы полетели. Я думаю, что мы... Воу-воу! Но как этим всем управлять, это я фиг знает. Фига себе. Нужны какие-то винтики. Ой-ой-ой. Это будет мощно. Как управлять этой штукой, я даже не знаю, не представляю. Но то, что мы летим, это, конечно, круто. Я могу лететь и вверх, и вниз, и как захочу. Верните меня, пожалуйста, на землю. В общем, я думаю, что вот с этой площадкой мы пока подзакончим. Нам нужно пройти все испытания, а потом мы сюда вернемся. На сегодня это все. Если тебе понравилось, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан, и комментарий. Пока, увидимся в следующем видео.